15.00 по киевскому времени. Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Пять раз с начала суток российские наемники нарушили тишину на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. В частности, по его словам, дважды боевики обстреляли Крымское, это поселок на Луганском направлении. Огонь по украинским защитникам вели из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении также в ночное время российские оккупационные войска обстреляли из гранатометов позиции подразделений объединенных сил у опытного, а из стрелкового оружия защитников Павлополя. Огонь вооруженные силы Украины открывали один раз. Потерь среди наших военных в результате боевых действий нет. Накануне в бою под Крымским погибли солдаты 53-й бригады Василий Плотников и Юрий Джинджера. Имена украинских бойцов сообщили в штабе объединенных сил. Эти украинские военные первыми приняли бой с диверсантами. По словам представителя бригады, атаковать пост боевики решились в 10 утра. 15 диверсантов выдвинулись к украинским позициям, пытаясь их захватить. Вначале им противостояли четверо украинских армейцев. Они сдерживали врага до прихода подкрепления. Стрелковым огнем и с помощью боевых машин пехоты диверсантов отогнали, при этом погасили артиллерийские точки противника. Их потери составили 4 убитых и 6 раненых. 50 противопехотных российских мин, запрещенных международными конвенциями, обнаружили украинские армейцы на Донбассе возле одной из своих позиций. По словам саперов, взрывные устройства были тщательно замаскированы. Часть боеприпасов саперы уничтожили на полигоне. Те, которые нельзя было вывести, обезвредили на месте. За подрывом найденных вражеских мин наблюдали сотрудники миссии ОБСЕ. Ой! Это мина 87-го года выпуска. В вооруженных силах Украины она не используется. Она запрещена Оттавской конвенцией. Эти боеприпасы остались на вооружении в Российской Федерации. Наемники очень часто их используют для поражения живой силы. Это очень опасные мины, без самоликвидации. То есть у них нет времени давности, могут пролежать очень долго. А это угроза для людей. Мемориал героев АТО. Соревнования силового многоборья среди военнослужащих прошли в Киеве. Их организовали на базе одной из воинских частей. Участники толкали грузовик, переносили чемоданы, поднимали бревна весом 100 килограмм и перетягивали канат. Эти состязания проходят уже третий год подряд. Эти соревнования основаны для чествования тех, кто по зову сердца выполняет свой долг в зоне проведения боевых действий, кто защищает нашу родину. Вы знаете, к сожалению, сейчас идут боевые действия, на Востоке неспокойно. Поэтому нельзя забывать и о тех, кто погиб, и о тех, кто сейчас стоит с оружием. Помнить об этом – это наш с вами долг. Молитву «Отче наш» под открытым небом у памятника Магдебургскому праву прочитали 300 военных в Киеве. Флешмоб приурочен к 1030-летию крещения Руси Украины. Также армейцы, читая Святое Писание, выстроились на площади, образовав словосочетание «Отче наш». По словам военных, принимая участие в мероприятии, они поддерживают побратимов воюющих на востоке Украины. Нехай запиться и я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний. Захід «Духовне проміння» мав на меті. Мероприятие «Духовне проміння» направлено на то, чтобы научить украинцев идти к духовному. И когда мы в этом объединимся и будем так мыслить, и наши помыслы будут чистыми, тогда мы сможем делать хорошие дела, и наша Украина станет развивающейся экономически. Я вообще ходил раз в год в церковь, когда Пасха была, причащался. Помогает, то есть без этого тоже никогда. Ну и решил поддержать. Сегодня флешмоб. Явка на парламентских выборах в Камбодже составила более 80% по всей стране. Это данные Национальной избирательной комиссии. В выборах принимают участие 20 партий. Среди кандидатов и политсила премьер-министра Хун Сена, Народная партия Камбоджи. Его оппоненты призывали бойкотировать голосование, так как, по их мнению, Хун Сен подавлял независимость СМИ и гражданского общества.
Лесные пожары в американском штате Калифорния, землетрясение в Индонезии, тайфун в Японии. Как в мире противостоят природным стихиям? Смотрите далее. До 5 человек увеличилось количество погибших в результате пожаров в Калифорнии. Среди них 2 детей. 17 человек считаются пропавшими без вести. В штате ввели режим чрезвычайного положения, сообщают на сайте Белого дома. Лесные пожары охватили Северную Калифорнию в понедельник 23 июля. Со стихией борются более 10 тысяч спасателей. Но из-за жары и ветра огонь перебросился на жилые кварталы. Пламя уничтожило более 500 домов. Под угрозой еще 5 тысяч. Спасатели эвакуировали 38 тысяч человек. 10 человек погибли, 40 ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на индонезийском острове Ламбок. По данным геологической службы США, эпицентр находился на глубине более 7 километров в непосредственной близости от активного вулкана Ринджани. Повреждены десятки домов и линии электропередач. Временно закрыта пешеходная тропа на Ринджани из-за вероятности оползня. Однако, по данным геологов, опасности цунами нет. 23 человека травмированы в результате тайфуна Джандари в Японии. Он обрушился на центральные и западные регионы страны. Сильный ветер выбивал окна в помещениях. Из-за обрыва линии электропередачи тысячи домов остаются без света. Сотни внутренних авиарейсов отменены. На некоторых железнодорожных направлениях приостановлено движение поездов. По оценкам метеорологов, в западной и центральной части Японии за сутки может выпасть от 250 до 400 миллиметров осадков. Инна Косинская, UATV. Мастер-классы по йоге, национальная кухня и танцы. А в завершении праздник индийских красок Холи. Видалайф 2018 или фестиваль йоги и здорового образа жизни проходит в Киеве уже 8-й раз. Одно из самых масштабных йога-мероприятий Европы ежегодно собирает десятки тысяч участников из разных городов Украины и всего мира. Чем удивляли в этом году, расскажет Тамара Кононенко. Супруги Сергей и Татьяна познакомились с йогой 5 лет назад. Говорят, это отличный способ расслабиться. Недавно открыли для себя парный вид практики – акро-йогу. Парная йога – это как… Я даже не назову это йогой, честно говоря. Ну, это акробатика. Ну, как бы она полезна тем, что это… Как, относится она, наверное, к телесно-ориентированным практикам. Ну, и она хороша для пар, для… Ну, и, в общем, для… раскрепощение, для свободы тела. Я уверена, что меня держит правильно, я знаю, что будет поддержка, поэтому легко, поэтому получается. Посол Индии в Украине йогой занимается 20 лет, ежедневно уделяет занятиям 20 минут. You will see most of our problems originate in our mind. Большинство проблем исходит от нашего ума, и если мы сможем его контролировать, то сможем контролировать и свое тело. Йога учит этому. Левая рука вверх. Также толкаем сильно-сильно лопатки назад, подбородок слегка к груди. Йога – только часть масштабного фестиваля. Главная цель – познакомить гостей с богатой ведической культурой, говорят организаторы. А веды – это знания, поэтому мы собрали все знания человека о себе. Самое лучшее знание – это о самом себе, о душе. Поэтому мы говорим слово «поведение». Чтобы физические упражнения и медитация приносили пользу, нужно уделять внимание и пище, уверены участники. Фудкорты предлагают вкусную и полезную еду. Наибольшим спросом пользуется вегетарианский фастфуд. Фалафель в лаваше – это, как нам всем привычная шаурма, но с нутовой котлетой. А также мы предоставляем веганские бургеры, готовим их с чечевичной котлеткой. Майонезный соус используем соевый. Для Елизаветы фестиваль стал территорией свободы. С детства девушка страдает облысением. Вспоминая 3 года назад, именно на фестивале нашла в себе силы перестать бояться быть собой. Я не принадлежу к ведической культуре. Моя внешность – это просто врожденная особенность, я такой всегда была. Вот. И, ну, видалайф стал просто тем фестивалем, когда я решила ходить не в парике, а в своем естественном виде. Самым ярким станет финал фестиваля. Его украсит праздник индийских красок Холли. Тамара Кононенко, Сергей Ильинский, UATV. Эту и другую актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.